Что я вас так подавил? Информация. Да. Да. Спасибо большое, Александр Сидельников. Вот. Ваши аплодисменты. Вот, вы знаете, я просто хочу... Обратите внимание вот на это удобрение. Вот такое удобрение выпускается только в России и совсем немножечко в США. Новейшее удобрение от компании Organic Mix производится из овечьей шерсти. Но вот мы испытывали его в этом году, потрясающие результаты. В общем-то, оно превзошло многие пролонгированные удобрения импортного производства, вот там, основанные на всяких мембранах там сложных и так далее, целлюлозных. Улучшает структуру почвы и принципиально изменяет характер заложения корневой системы. Вот если мы его вносим в кашпо, то корневая система начинает формироваться вокруг гранул вот этого вот самого ленивого азота, а не закручиваться по горшку. А как только начинается закручивание корневой системы по горшку, что происходит? Старение растения происходит. Все, вот оно закрутилось, и там вот гормональный сигнал пошел, что все, надо вот как можно быстрее, объема нет, надо останавливать рост, надо делать детей и на покой. Да? Вот это удобрение, еще раз, оно вот эту логику растения разрушает. Вот поэтому это вот, ну, не просто вот удобрение с высоким содержанием того, сего, пятого, десятого. Это удобрение меняет структуру почвы, раз. Меняет характер заложения корневой системы, два. Большое спасибо за внимание. Александр Сидельников, друзья, я хочу вам сообщить, что ровно в 18.00 на стенде компании будет проходить розыгрыш, и вы сможете получить ценные, полезные и приятные подарки. Спасибо большое, Александр Иванович, эти аплодисменты вам. Друзья, а мы продолжаем. Хочу напомнить.